Еще до начала открытой лекции Вячеслава Широнина для гостей Санкт-Петербургского государственного экономического университета провели экскурсию в отделе рукописей и редких книг КФУ. Для экономиста представляли особый интерес древние нотариальные акты, карты мира и первые издания Библии. Сама лекция была посвящена когнитивному анализу в обществоведении. Его суть в том, что есть два способа переработки информации, подобный человеческим языкам и подобной нейронной структуре мозга. Использование такого рода метафор позволило ученому по-новому взглянуть на экономику и общество в целом. В двух словах, результат такой, что, в общем, наша общественная система больше похожа на нейронные сети, а западная больше похожа на язык, и из-за этого много проблем возникает. К примеру, профессор обратил внимание на разное восприятие религии в западном христианстве и русском православии. Давно замечено, что католицизму свойственен механический и юридический подход, а православной культуре характерно ощущение человеком себя как внутренне полностью свободного и состоящего в онлайновой связи с Богом и окружающим миром. Кстати, именно в разобщности культур и людей в целом Вячеслав Широнин видит причину современного экономического кризиса. И, в общем, это большая проблема, потому что еще люди в такой ситуации жить не научились. Тут дело не в том, что кто-то не хочет что-то как бы менять или кто-то против, а главное, что еще люди не придумали, как это делать. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз.